Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Эмгрей. Пусть в вашей душе станет теплей. С необычной игрой, с которой нужно консультироваться с врачом перед тем, как в нее играть. На самом деле, странное предложение. Называется игра Trash Sailors. Трэшовые паруса. Серьезно, сетевая игра. О, это я плаваю. Так, Францис. Самый сбалансированный. Причем непонятно, что эта игра вообще из себя будет представлять, но что-то очевидно, трэш сейл, сама игра тоже еще тот трэш. Какой-то мусор, что-то валяется, все в войне. Нормальная такая чайка. В общем, люди загаживали все, что могли загадить. В итоге их смыло к хренам волной. Нет, плот! Скорее забери ресурсы и почини плот! А я должен бить. Теперь нам пора поближе познакомиться. Я ваша персональная дробилка, я могу вам обеспечить вас ресурсами. А, у него шиза. Все теперь понятно. Тут совсем дырявый, нам нужно материалы для его починки. Надо наловить мусора, чтобы его переработать. Станьте на край плота. Нацеливайтесь на мусор, забрасывайте крюк и вытаскивайте его из воды. Он сказал, ёба. Нацеливайтесь. Ну, нацелился, условно. Как мне нацелиться-то? Чем? А, господи. Вот оно как. А, теперь переработку. Ням-ням. Еще пару раз так сделайте, я смогу переработать мусор ресурсы. Зачем C нажимать? Так, мне нужны недостающие предметы, типа... типа кофеварка и телефон. Алло, телефон. Кофеварка есть. Да, телефон. Опа. Готово. Теперь почините плот с помощью переработанных материалов. Так, це прекратить. А нафига ты взял ее? Хватит, почините весь плот. Продолжим. Какой же ты дебил? Ёпа. А это зачем? Возьмите, я переработаю все, заправьте двигатель. А, еще и двигатель нужно заполнять. Поехали, запустить двигатель. Путь понял пару раз. И нормально. Заработал. Ну вот, отлично же работает. Ну да, наверное. Теперь поучимся управлять. Отдайтесь за штурвал. А где он? А.
Что, налево и направо? Да, отлично. Смотрите, чтоб там прямо около двигателя. Что там? Да пожаловать на борт, со спутником жить проще. Можно легко перейти между персонажами. L-Shift. А, такой же дедан. Скажите, пару быстрее проводите фото вместе. Серьезно. Вместе подойти к штурвалу. Ну да, маневреннее стали. Еще один способ поворачивать к Юе. Прочить вот, подвигаясь на нем. К краю плота. Нажмите F. Столкновение! Господи. Дай собрать побольше материалов, возьмите плот. Потом удачи охренеть, вашу мать. А что так и должны мы вот плыть все это? Юба, где моя Юба? Как там, кстати, Юба-то? О, вот и ранение. Чего ты в сторону-то не можешь повернуть? Так, а как закинуть-то этот фиговину? У вас получилось, что? Я не понял, что у меня получилось. Типа вторая глава. Ну да, понятно, здесь можно вдвоем, ну, вдвоем играть. Но это логичная часть. Какая же жесть. Так. Мне все так же нужно одно и то же. А, господи, еще раз на пробел нажать. Так, картины мне нужны. Кресло. А, детали для починки плота я получил. Вроде бы здесь, да. Так, опять стул нужен. Эй, ребят, вы чё разъездились-то? Алло. Я так понимаю, они бесконечно, да, будут? Вот там впереди что это? Где? Вот... Кого ее выловить? А, вот это? А как нам остановиться? Что-то психолога, конечно. Понятно, почему, да. С тобой разговаривает машина, ты в подобном мире что-то ловишь.
Машина это все перерабатывает. Адекватности, само собой, в этом не особо-то много. Как понимаю, мы должны дальше, по сути, плыть. Давайте подзарядим наш двигатель. Как останавливаться, я совершенно не понимаю. А, кстати, вон ресурс. Можно, то бишь, его можно, получается, и просто выловить случайным образом. Ладно, может, другой раз. Согласен. Так, прекрати этим заниматься. В чем вся соль? Вообще непонятно, зачем мы путешествуем. Столкновение неминуемо. Еще одно, господи, наш корабль. Нихрен, наш себе. Зато. А это что? Все, столкновение. Опустись, додик. Ёшкин кот. Хватит ломать этот кусок говна. Хреново, что я не могу якорь опустить, чтобы половить как следует всякий мусор. Знаю, что я с веткой включил, но зачем... А как, кстати, машины вот так вот падают? Они что, из говна, что ли, сделаны? Ну, промансили як боги. Так, почему ты так дебилен? Боже мой, ну и управление. Кстати, а вперед-то мы не можем проплыть никак. А, или можем, уничтожая плот одновременно и все остальное. Нормальная фигня. Скорее всего, в этом и смысл чинить плот. Какая-то зона кораблей. А с ними тоже все-таки можно столкнуться. Лево руля! Йо-хо-хо, и бутылку рома тебе взад. Водила ты чертов. Горит красная. Что это значит? Непонятно. И все. В нашей посудине, скорее всего, жопа. А вот и ночь, кстати, для чего фонарь, очевидно, нужен. И в итоге мы утонули. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, я и закончу эту необычную психоделскую в чем-то, видимо, игру.
В общем, можете написать в комментариях по поводу нее. Может быть, вы в нее играли, разобрались, в чем ее смысл, поняли. Даже музыка в этой игре как-то не нравится. А если вы в нее вдруг не играли, то посмотрели это видео, наверняка захотели сыграть. 100% тоже напишите об этом. А на этом всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на позитивной стороне бытия. И надеюсь, еще завтра с вами увидимся. Всем пока-пока.